Быть в курсе последних модных тенденций, знать все о появляющихся новинках. Без этого дизайнер не сможет качественно выполнить свою работу. Однако до сегодняшнего дня мероприятий, на которых можно было бы обменяться опытом и почерпнуть полезную для работы информацию, в Рязани не было. Первый форум дизайнеров прошел в нашем городе на базе студии Florian Home, директор которой выступила одним из организаторов этого мероприятия. Основная идея форума – это создать пространство для общения единомышленников и для обмена опытом. Сегодня здесь собрались самые творческие люди города Рязани. И по количеству участников мы понимаем, что форум дизайнеров – это мероприятие, которое было необходимо нашему городу. И в будущем совместными усилиями мы будем стараться проводить эти встречи регулярно. Грамотное обустройство кухонного пространства и новинки мебели, лестничное пространство и его дизайн, интерьер общественных зданий – эти и многие другие вопросы были подробно рассмотрены на форуме. Спикерами выступали ведущие специалисты в этой области, которым действительно есть чем поделиться со своими коллегами. Также особое внимание решили уделить проблеме взаимодействия дизайнеров и технических специалистов. Некоторые элементы дизайна, которые можно осуществить более проще, более красивее, более уютнее, специалисты могут, технические специалисты, которые будут изготавливать, они могут уже что-то подсказать дизайнерам. И в кулуарах мы уже даже не прибегая к общению на сцене, да, мы уже в кулуарах очень много этих вопросов обсудили. То есть у нас уже шаг вперед по этому направлению есть. Бытовая техника, электроника и инженерия – вот еще один пункт в списке рассматриваемых на форуме вопросов. Помимо чистой теории, здесь была организована демонстрационная комната, в которой можно было оценить достоинства телевизора с разрешением экрана 4К и проектора итальянского производства премиум-класса. В общем, участники форума остались довольны, и все как один считают, такие мероприятия просто необходимы для нашего города. На этом форуме можно узнать много нового, в том числе о новинках на рынке. Для меня, как для дизайнера, это очень важно, потому что нужно быть в тренде, нужно предлагать заказчикам только самое лучшее. Я считаю, что это очень классная идея, потому что когда на одной площадке собираются все дизайнеры, обмениваются опытом и приглашаются спикеры достойные, то это, я думаю, что польза вообще на благо всей Рязани. В том, что этот форум не последний, организаторы уверены, они уже задумываются о будущих мероприятиях, на которых планируют расширить круг обсуждаемых вопросов. Так, вполне возможно, что приглашение на них получат не только дизайнеры, но и строители, а также изготовители и продавцы отделочных материалов. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».